Мама и тёта говорила вам, что он, в частности, говорил вам? Ну, Фёдор, во-первых, своим присутствием уже меня мотивировал, то, что он находился в моем углу. И перед боем он мне подсказал и сказал, что я быстрее, и чтобы я не спешил, не торопился, и чтобы будет за мной. フィオドルさんは言ってくださっただけで、その存在感で私の非常に強いサポートとなってくださいました。彼が私の目の、彼が言うということが私の目の席にあったことが非常に心強かったし、最後に私がリングに上がる前には、急ぐな、あまり急がずにゆっくり、マイペースで行けと指示を受けました。 見事勝利おめでとうございます。大臣という舞台上がられてみていかがでしたでしょうか。あともう一点、継続してまた上がってみたいという気持ちはあるでしょうか。 Во-первых, поздравляю с победой. Как вам понравился просто как турнир Rising? Как вы себя чувствовали? И второй вопрос: хотите ли вы вернуться опять вот на этом ринге, значит, вы проводите матч? Спасибо большое за поздравления. Мне очень приятно было выступать в Японии на турнире Rising, потому что как я вырос на боях Pride, мне было очень приятно даже находиться и на данный момент даже принять участие в таком турнире. И для меня это большая честь. И, конечно же, если будет все хорошо, я планирую дальше выступать. まず私はこうやって日本で試合ができて非常に嬉しく思っております。それから私はプライドを見て育った世代ですので、そのプライドのフレームワークの中のこのような形でのトーナメントに参加することができて、私にとっても非常に光栄なことだと思っております。で、このままうまくいけばですね、またまたあの同じリングにリングに戻ってくることができたらと思っています。